Приветствую вас, и многое зависит от самой девушки, от ее моральных ценностей, от воспитания, от темперамента, от типа личности и от того, как она относится к личным отношениям, в частности, к первому мужчине. Но вообще-то говоря, первый мужчина для девушки имеет очень большое значение, и подавляющее большинство девушек относятся к ним именно так, что привязанность очень большая. И первый мужчина, по крайней мере, так говорят, остается навсегда в памяти девушки. И она с ним очень долго может быть, она долго может за него цепляться, она может долго стараться удержать его. И если это уж только совсем не темпераментная девушка, то есть если это прям, знаете, активность, темперамент зашкаливает, то очень может быть, скорее всего, что первым мужчиной девушка и будет жить всю жизнь, если он будет удовлетворять ее во всем, если он будет, достойным спутником жизни, если он будет все для нее делать, если он окружит ее любовью, лаской, теплом, заботой, и тогда, конечно, она будет с ним. Но здесь с каждой конкретной девушкой нужно выяснять подробнее, потому что, еще раз повторю, универсального ответа для всех людей нет. В зависимости от темперамента, от воспитания, от примера родителей, от окружения, от личных моральных ценностей, от идеалов, от стремлений, от желаний зависит то, будет ли девочка с первым мужчиной или нет. Но общая тенденция именно положительная. Общая тенденция склоняется к тому, что именно первый мужчина имеет больше шансов на то, чтобы удержать рядом с собой девушку, и чтобы она была только с ним и ни с кем другим. По аналогии с браком, например, говорят, что если брак заключается в первый раз самый долгий, а если последующий, то они все менее-менее долговечны. Но это лишь статистика, а в действительности все зависит от особенностей индивидуальности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.